Чернянском районе проблему с дефицитом медицинских кадров на селе удалось решить благодаря переселенцам из Украины. Они получили не только рабочее место, но и жилье. Креативные рецепты блюд из Харькова, Караганды и Могилева. В Институте кооперации экономики и права состоялся 14-й международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки. Акварельные картины, украшения из бисера, авторская и сувенирная кукла, вышивка – все это от одного автора. В Алексеевском доме ремесел открылась юбилейная выставка местной рукодельницы Галины Бондаренко, которая в творчестве себя ничем не ограничивает.